Привет, мои дорогие, и мне что-то захотелось опять приготовить. И приготовлю я, друзьям, такое блюдо есть в кухнях разные, там есть грузинские, какие-то французские, не знаю. Я приготовлю, возьму такие бедрышки куриные, возьму грибы, лук и приготовлю это все в сметане, в соусе сметанном. Получается куриные бедра с грибами, в сметане получается. Вот так вот. Что нам для начала понадобится, друзья? Для начала я возьму вот такие вот куриные бедрышки. Я уже выдавил туда 3 головки чеснока и смешал их с бедрами. Сейчас хорошенько посолю. Все это дело поперчу. Пожмякаем. И на сковородку все покажу. Друзья, я налил немножко растительного масла. Можно делать и на сливочном, но сливочный я от них просто не переношу. Поэтому сделаем на растительном масле. Так обжариваю наши бедра. Где-то минут 10-15, когда они подрумянились с обеих сторон. Я еще сейчас немножко пожарю, потом убираю, и на это место, ну, все увидите. Друзья, курочку я убрал, она обжарилась. И в эту же сковородку кидаю шампиньоны с луком. Так, друзья. Я сейчас поперчу все. Посолю. И буду обжаривать грибочки минут 15, наверное. Так, друзья, наши шампиньоны обжарились. Я добавил туда курочку. Сейчас я добавлю сметаны и водички туда. И будет красота. Все покажем. Ну что, друзья. Я добавил сметаны, водички, и пускай наша курочка с грибами тушится в сметане. Еще немножко посолил, поперчил, и пускай наша курочка с грибками тушится минут 20. Я думаю, этого будет достаточно. И будем пробовать. Посмотрим. Что, друзья, наша курочка уже томится сметанки где-то минут 15. Сейчас мы добавим укропчика. И я думаю, еще минут 5 и будем садиться за стол. Дегустировать и пробовать нашу вкусняшку. Ну что, мои дорогие. Вот такая красота у нас получилась. Как обычно, ваше здоровье. Попробуем. Так, грибочки попробуем. Очень нежные грибочки. И курочку попробуем. Друзья, можно есть губами, зубы не нужны. Так что я считаю, это блюдо просто замечательное. Всем рекомендую. Всем приятного аппетита.